столицей Донского казачества. Но из-за постоянных пожаров и потопов статус столицы потерял. Потопы, чтобы вы понимали, здесь были такие, что приезжали сюда, а нет, даже правильнее сказать, приплывали на лодках, но все в прошлом. Сегодня Старочеркасская – яркий представитель колоритного донского туризма. А богатую историю этого места украшают люди, которые здесь живут. Звонков здесь, конечно, никаких нет, поэтому я буду кричать. Любовь Николаевна! Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Любовь Николаевна, ну не дом, а музей просто. Супер. И чтобы вы сразу понимали, все это здесь не просто так. Все это сделала Любовь Николаевна своими руками. Любовь Николаевна, вообще часто обращают внимание на ваш дом? Не, ну мой домик... Я вам скажу, что как-то приехали ко мне из Москвы и говорят, видели журнал в Москве, японский, где на обложке ваш домик. Спрашивают, всегда спрашивают, какого года домик, из чего домик. Из чего домик? Домик из ракушечника. Я его купила 28 лет назад. Когда я первый раз приехала в Старочеркасск, покорил вас, да? Отсюда я уже уехать не могла. Поэтому я стала искать домики. Цены тогда стали подниматься, и цена была приличная. Ну, по тем временам. У меня американцы с выставки купили две вот таких вот больших работы. Я и доллары поменяла на рубли, и мне хватило на домик. Да вы что? Да. Слушайте, какая потрясающая вообще история. То есть ваше творчество подарило вам вот этот дом с вот этим просто невероятнейшим видом. Да? Да, я здесь оказалась совершенно случайно. Почти во всех странах мира моей работы. Франция, Америка, Германия, Канада, Венгрия. Даже в Токио один лоскутный коврик купили в Музей народного творчества. Интересно, а есть какой-нибудь экспонат среди этих, который никогда в жизни вы ни за какую цену не продадите? Есть, он у меня в доме. Но покажете нам? Конечно. Интересно просто, что не продается, это всегда очень интересно. Обратите внимание, рыбки и внутри коты. И тут не одна такая работа, сразу несколько. Вот, еще вот эта картина. Больше всего мне нравится эта форма и цвет, все, что мне, ну, я ищу в этих работах. Это чисто такие сувенирные работы. Колоритными вещами обвешан просто весь дом. Меня, как девушку, привлекли вот эти сердечки. В простонародье это называется тыква-кубышка. И интересно, как ее Любовь Николаевна изготовила. Сейчас все узнаем. Любовь Николаевна, как это вообще делается? Во-первых, я вырастила их сама, эти кубышки. Так. Это делается очень просто. Когда они высыхают, видите вот эти пятнышки? Их надо хорошенько зачистить, высушить. Потом я беру краски, обычную гуашь, и расписываю. Это вот работа, одна из первых моих работ, это моя семья. Мои родители, братья, сестра и я. Работа, которая не продается. Вот она. Это она и есть. Ну да, я в Америку делала, мне заказывали тоже семейный портрет. Ну и я их всех одела в казачьи наряды. Ну понравилось. То есть получается американцы в казачьих нарядах? Да. Здесь у меня ж работы 2-3 обжига.
Я сейчас покрашу, зачищу их, покрашу ангобами. Это такие керамические краски. Поставлю на обжиг, обожгу. Потом затираю черной глазурью. Еще обжиг. Некоторых два, некоторых три. А потом бесцветной глазурью. Я с удовольствием всех жду, ростовчан и гостей нашего города. Пожалуйста, приезжайте, мы вас ждем.